ж, друзі, продовжуємо. І зараз чоловіки, ви можете йти по своїх справах, тому що будемо говорити тут на жіночу тему, на серйозну тему, актуальну завжди, яка хвилює, безумовно, всіх жінок всіх віків. У нас в гостях Ірина Крижановська, лікар-гінеколог. Доброго ранку, дякую, що завітали. Дійсно, сьогодні говоримо на серйозну тему, яку не вар, ну, не зайве ще раз пригадати. І у мене перше запитання, давайте не будемо гаяти часу, онкогінекологія. Що це за проблема? Це соціальна чи ні? Хотілося б від вас деталі почути. Онкогінекологія – це проблема не тільки медицинська, але й соціально-демографічна. Єжегодно в Україні виявляється около 16 тисяч раків жінської половой системи. І, звісно, це доволі серйозна проблема. І що найпечальніше, що серед цього кількості жінок 40% припадає на репродуктивний возраст. Тобто це ті жінки, які не зможуть забеременіти, не зможуть родити, вирости дітей. Тобто це дуже серйозно і проблематично. І тому ми, акушер-гінекологи и медицинские работники и средства массовой информации должны уделять этой проблеме очень большое внимание, довести до людей эту информацию, и ведь, чтобы у них было понятие, что прийти раз в году, пройти медосмотр проще, экономнее, чем потом лечить запущенные формы рака. И ведь очень печально, что в структуре смертности женщин репродуктивного возраста на первом месте стоит рак молочной железы. Поэтому мы должны донести до людей эту информацию, чтобы они пришли, проверились, убедились, что они здоровы, или же выявили фоновое заболевание, или же на начальных стадиях онкологию, для того, чтобы пролечить и потом дальше жить. Угу. Давайте трішки зупинимося на одній із найстрашніших хвороб, я б сказала, і номер один – це про проблему захворювання рака шийки матки. Дуже така хвороба страшна, давайте на ній трішечки зупинимося. Рак шийки матки – це дійсно актуальна проблема в Україні, так же, як і в всіх інших країнах Євросоюзу. Союза. Ежегодно в Украине регистрируется около 5000 случаев. И что самое печальное, это что 40-30% выявляются запущенные формы рака. Это те женщины, которые не посещали женскую консультацию по 8-10 лет. И, конечно, чем раньше выявится рак шейки матки, да, тем лучше и дешевле это лечение, потому что мы знаем, что лучевая химиотерапия, да, это очень дорого, вот препараты очень дорогие, и, конечно, женщины должны это понимать. Угу. Добре, але давайте зупинимось на причинах. Які причини цієї хвороби виникнення, що так багато жінок хворіє? Рак шийки матки довольно, ви знаєте, це було велике відкриття в онкогінекології. Було вияснено, чим визивається. Визивається рак шийки матки вірусом папілому чоловіка. 16-18 типи, вони дуже онкогенні. І це дало можливість, да, людям проводити профілактику. Вот. И что настораживает, что рак очень омолодился. Омолодился почему? Потому что раннее начало половой жизни, поэтому мамы, школы, детские гинекологи должны проводить беседы с девочками о том, что раннее начало половой жизни – это очень вредно, потому что на еще не состоявшейся эпителии шейки матки попадает инфекция. И внедрение плюс проникновение вируса папилломы человека дает возникновение мутации клеток, да, и происходит сначала эрозия шейки матки, затем происходит лейкоплакия, потом дисплазия умеренная, средняя, тяжелая, а потом возникновение рака. Это очень серьезные проблемы, поэтому мы должны говорите с мамами, да, и в школах должна проводиться большая работа. Но на первое место, конечно, это институт семьи, это родители, отлично, должны мамы объяснять девочкам, что это очень опасно. Раннее начало половой жизни ведет к большим проблемам потом для здоровья уже девушек и женщин. Угу. Тож ми зрозуміли, що однією з найголовніших причин є необізнаність наших дівчаток. Да? От вони самі ростуть, нічого не знають, ніхто їм начебто нічого не говорить, дуже рано починають доросле життя і потім виявляються такі хвороби. Да? Я зрозуміла, давайте все ж таки поговоримо про профілактику, про шляхи профілактики саме цього раку, такої страшної хвороби, будь ласка. Профілактика рака шийки матки, в першу чергу, да, це прохождення профілактичних медосмотрів. Тобто, кожен
эта женщина должна хотя бы раз в году прийти в женскую консультацию, ее должен осмотреть врач-акушер-гинеколог, взять цитологический мазок, это самая достоверная такая процедура, потому что еще клиника не развивается, а уже по клеткам можно диагностировать фоновые заболевания или же это начальные формы поражения шейки матки вирусами. Угу. И клетками атипическими. То есть даже по цитологическому мазочку можна поставити рак. Угу. Тож головне вчасно ходити до лікаря. Вистачає одного разу на рік, так? Да? Хоча б один раз в год. Положено два рази в год, но хоча б вони приходили один раз в год. Тому що зустрічається жінка, яка, к сожалению, ушли на пенсію і перестали ходити к гінекологу по 6, по 8 років, по 12 років. К сожалению, зустрічаються у нас в місті такие женщины, которые не посещали женскую консультацию или гинеколога смотровых кабинетов. Я зрозуміла. Тобто все залежить від нас. Треба вчасно ходити до лікаря, не боятися. Тим більше, якщо ви на пенсії, у вас же більше вільного часу. Тому, будь ласка, ви на початку нашої розмови ще говорили про захворювання раку молочної залози. Давайте поговоримо про саме групи ризику, хто найперший підпадає під цю хворобу. Рак молочной железы очень актуален у нас, к сожалению, в Украине, потому что он занимает первое место в летальности репродуктивного возраста. В группы риска рака молочной железы входят первые, это девушки, у которых поздний менархит, то есть это после 15 лет, с нарушением менструального цикла. Это женщины с ожирением, это женщины, которые курят, это женщины, у которых в анамнезе родственники или мамы, или бабушки болели раком молочной железы. Это травмы молочных желез у женщин, у которых были травмы. Вот эти все женщины, они входят в группу риска, поэтому они должны обязательно тщательно заниматься, во-первых, сами самообследованием молочных желез. Женщина каждый месяц должна исследовать свою молочную железу и обязательно раз в году ходить к гинекологу. После 40 лет женщина должна проходить каждые два года маммографию, делать УЗИ молочных желез. Ну, опять же, за профосмотры. Если она придет раз в году, женщина, к гинекологу, то рак молочной железы очень легко диагностируется при исследовании. Поэтому осмотре молочных желез. Если женщина вот увидела, заметила какие-то изменения, да, в молочной железе, она сразу должна идти, не оттягивать времени, не заниматься самолечением. То есть бывает, когда звыкло, да, компрессы ставят, ходят, думают, что это пройдет, рассосется. Нет, если женщина обнаружила у себя или образование, да, или изменения на соске, или втянутость соска, покраснение молочной железы, она сразу должна идти в женскую консультацию и обращаться к гинекологу. Я зрозуміла, це один із профілактичних заходів лікар. А які ще, яка ще може бути профілактика для того, щоб не захворіти на рак молочної залози? А для того, щоб не заболіти, жінка повинна, в першу чергу, вести здоровий спосіб життя. Да? Вона не повинна не курити, вона повинна добре питатися, віддихати. І, звісно, на першому місці я ставлю все-таки це самообслідування молочних желез жінчин, да? І посещення акушер-гінеколога. Угу. Я зрозуміла, Ірина Анатоліївна, дякую. Тож давайте підсумуємо, що в першу чергу потрібно слідкувати за собою, не за своїми якими змінами в організмі, і обов'язково відвідувати лікаря та вести здоровий спосіб життя. Дякую, Ірина Анатоліївна. Ірина Крижановська, лікар-гінеколог, була у нас в гостях. Будьте здоровими, не хворійте. Вам гарного продовження дня.